вот он камень Алатырь, который все ищут. Теперь эта форма пуста, потому что удалось заменить ею и вызвать ею абсолют и логос на нашей планете. И огненная эра наступает. Взбесившиеся серые с испугу поудаляли. Сейчас они разбираются, что творится, не могут понять. Четвертый день вот удалили канал Ивана Белокони. Он, конечно, одиозный чувак такой, среди березок. Но все-таки с Владика, как ни крути, чувствовал, что происходит. Ох, как они перепугались. Остались вот у Пупкина. Рекомендую посмотреть. Давно очень удалили они книжку великолепную белого мага Толкина «Силмарион», которую в русском переводе буквально два или три раза полную выпустили и испугались еще в 90-е. Это к вопросу, кто говорит про музыку. Ребят, я лучше, чем написано в «Силмарионе», в вступлении музыка Валаров, я рассказать не смогу. Да и кто не читал «Сильмариона», вот это вот начало вступления, тот, в общем-то, не совсем в тренде мировой культуры, тем более английской культуры. А товарищ Толкин все-таки был военным, да, военным переводчиком, и служил не просто так, он тоже искал места силы там, по Норвегии работал, в общем, путешествовал кое-где по порталу. Поэтому вот такие пироги. Я вам много рассказать не могу, потому что, ну, лишнее. Для слабых умов это просто будет дальнейшее усугубление слабоумия. Для слабых духом это будет испытание духа. Зачем соблазнять? Скоро будет время, когда ваш дух и ваш ум будут проверены. Вы все получите сообразно. Когда этот ветер огненный начнет сметать все эти жидоупыриные инсектоидные построения тут на планете. Он их уже смел в высших измерениях. Просто сейчас дойдет дело до материальности, конечно, будет веселье. А я свое дело сделал. Как говорится, русский флаг пронес. Так. Вот этот камушек проехал практически вокруг всей планеты. От Южной Африки до Питера и дальше. В общем, побывал много где. И в Амстердаме, и в Питере, и так далее. Непростой. Подарок от тех создателей допотопной нашей земли цветущей, которую космические твари разрушили, которые переформатировали под себя тут всю генетику. Но победить нас окончательно так и не смогли. Смотрите, думайте, в общем-то. Тут последняя неделя осталась для принятия решения. Кем вы? Людьми или упырями? Это вопрос, в общем, к вам, к вашему внутреннему я, высшему я, к вашему сердцу. Слушайте свое сердце, оно вас приведет к правильному выбору и к правильной стороне. Да пребудет с вами сила.